Давным-давно один сверчок волшебно сны раскрасил. Он ночку целую не спал и красил, красил, красил. А с ветерком цветные сны по свету разносились. И мальчикам, и девочкам цветные сны. Ребята, с праздником вас! И тебя поздравляю! Желаю быть добрым, смелым и защищать слабых! Спасибо, Арина, за поздравление! Как я обожаю 23 февраля! А знаешь почему? Почему? Потому что все подарки дарят! Хорошо мужчиной быть! Галстук бабочкой носить! Брить или носить усы! И красивые часы, и журналы прочитать, мяч в футболе погонять, и подарки в феврале от девчонок получать. Погоди, погоди, мы же дарим вам подарки не за усы и не за часы, а потому что мужчины – это наши защитники. 23 февраля так и называется – День защитника Отечества. То есть наша родина. Да, знаю я. Только как мне родину защищать? Меня же еще в армию не берут из-за возраста. Так что я вас защищать никак не могу. Можешь. Я? Ты что? У меня ведь нет ни пистолета, ни пушки, ни миномета. Ну и что? Меня вчера Митька от хулиганов и без пушки защитил. Просто подошел к драчуну и сказал таким строгим голосом: «А ну-ка, не трожь девочку, а то сам получишь». А тот так испугался, только пятки сверкали. Наверное, маленький был хулиганчик. Нет, большой. Митька был меньше, зато он смелый. Не зря же говорят, смелость города берет. Вот он такой маленький, зато с большим хулиганом справился. Да, это правда. Каждый мужчина должен быть смелым. А еще Митька спас кота, который залез на верхушку дерева и не смог слезть. А потом Митька заступился за бабулю. Ее мальчишки дразнили. Их было много, а Митька один. И не побоялся, представляешь? Да что такого? Я тоже так могу. Просто мне хулиганы как-то не попадались. Все у нас на улице какие-то воспитанные. Девочек не обижают, никого не дразнят. И коты по деревьям не лазают. Лазят, но они сами спускаются. Как тут подвиг совершить? А ты, Кирилл, смотри по сторонам. Да повнимательней. Всегда есть люди, которым нужна помощь. Заступиться, уступить место, донести тяжелую сумку, перевести через дорогу. Разве это делают защитники Родины? Конечно, это хоть и маленькие, но все же подвиги. А как же большие подвиги? Еще впереди. Ладно, начнем с маленьких. А давай пока посмотрим мультик. Здорово, давай. Ну вот и все, ребята, пора прощаться. А пап и дедушек мы поздравляем с Днем Защитника Отечества и желаем здоровья и счастья. И мирного неба над головой. Мы вас очень любим. Спокойной ночи, друзья. Сладких и цветных вам снов. Цветные сны.